Инженеры создали летающего и плавающего робота. Робота оснастили треугольным парусом, тонким, похожим на крыло килем, добавили GPS-трекер, инерциальные датчики, автопилот и ультразвук. Инженеры Массачусетского технического института создали прототип робота-альбатроса, который умеет плавать и летать, сообщает МИД-НУЗ. Парусный гибрид планера и лодки может достичь скорости около 37 км в час, причем ему для этого понадобится вдвое меньшая скорость ветра, чем настоящему альбатросу. Размах крыла конструкции – 3 метра, как у среднего альбатроса. Робота оснастили треугольным парусом, тонким, похожим на крыло килем, добавили GPS-трекер, инерциальные датчики, автопилот и ультразвук, чтобы отслеживать высоту полета. The ANEV AI-Wind Powered UAV for Ocean Monitoring. Performance, Control and Validation from Gabriel Busquet on Vimeo. Ранее корреспондент Net рассказывал о самых интересных роботах Boston Dynamics. Новости от корреспондент Net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.